Привет всем дотерам, паблика игромании, нашим зрителям на ютубе, с вами Рязан и Киша. Привет всем. И мы продолжаем играть в Доту 2 под... это вторая часть, в общем, и второй раз я играю в Доту 2. Вы не думаете, что я там между выпусками там что-то дотил или типа того. Все честно, второй выпуск, вторая игра за все время будет... Не знаю, будет очень по-нубскому, да? Ну, как еще? Ал рандом. Так, мы в рандом играем, да? Да. Это где три перса? Это там, где один любой. Сингл драфт это. Там, где из трех выбираешь. Ну вот, я имел в виду, что типа одного из трех выбираешь. Давай, заценим. Мне в прошлый раз понравилось за Блудсикера играть. Сейчас я не знаю, кто мне попадется. Но если будет еще раз он, то я его возьму. Вот. У тебя не будет выбора. Хотя ты можешь репикнуть, в принципе, героя, но тогда ты... Подожди, а сколько там сейчас? 100 голды вроде теряешь, если репикаешь героя. Не помню, сколько сделали. Надо будет посмотреть. Что за голды? Деньги. Ну, стартовая сумма. Ой, да ладно, 100 голдов, господи, что там страшного? Да ладно, не скажи. Тут куру порой, не то что порой, а в основном никто никогда покупать не хочет, даже суппорты, потому что жалко денег, хотя это необходимость. Варды и кура, это такое обязательное. Что такое кура? Курьер. А, ну блин, объясняй. Который носит нам шмотки. Это я понял, что курьер, что это такое. Да, ты просто сокращаешь так, а я эти сокращения еще не все знаю. Ну извини. Мы готовы. Погнали. Привыкай. Я... Есть вообще типа Dota, типа? Да по-любому есть. Книжку такую открывать, короче, перед собой. Google точно найдет. Как мы быстро зашли. Двое еще загружаются. Посмотрю профиль. Два чела без аватарочки. Ага, один сразу говорю, который вообще можно забыть. Второй более-менее. Один вот этот без аватарки, который... Первый раз играет, наверное. Ну, видимо. Я второй, значит, там я уже нулевой, круче него. Короче. Я круче него. А Артур против нас который? Ну, против нас посмотрю сейчас. А, кстати, против нас Тима этих. Саус Парка. А, я вижу. Кенни там кто-то еще, Баттерс еще кто-то. Ну вот они, пати играют. Пати, блин. Последний, давай, заходи. Который первый раз. Да. Он, наверное, включил там видос, смотрит параллельно контакт, там еще и, знаешь, он бывает из-за этого не грузится. Он же еще не знает, что Дота требует внимания определенного. Блин, прям как девушка какая-то, слышь. Ну, мне друг на днях написал, что, ой, так за Дотой скучаю, может вернуться, она хотя бы не изменит. Как-то так. Да, ну, надо выбирать, который не изменяет. Я не имел в виду игры. Откуда ты можешь знать это? Правильно? Изменяла ли она до тебя или нет? Не можешь. Вот и все. Ой, ну блин, надо, не знаю, вкачивать скилл экстрасенса. Так, черт, мы сейчас вылетим. Да? Да. Ну вот, быстро нашлась. Угу. Принимаю. Надеюсь. Что-то у меня нет. А вот все. Надеюсь, сейчас все загрузятся, и может нам нормально кто-нибудь попадется. Второй раз заставочка Доты за сегодня. Сколько мы еще раз ее увидим? А мы опять против этих же, слышь? Надо было... Теперь у нас Артур. Меня слышно? Пускай он в игре давай. Не говорит. Так, all random. Мне выпала какая-то
такой Нишлюшка? Кто это? Подожди, подожди. Кто это вообще? Где? Ой, тебе выпала моя инча, которую я люблю. А чё, может с тобой поменяться? Ну, хочешь, поменяемся. Ну, я и Джекира люблю играть. Да ладно, поиграю за лесную эту бабу. Я считаю, я не зря репикал. Короче, я зашел. Давай, давай. Так, что за перс вообще? Да, я почитаю. Подожди, я пускай он отключит микрофон. Что он это? Так. Так. Пассивные способности. Зачаровывать противника. Атакующих мне снижает скорость атаки на 3 секунды. Я написала. А что такое способность ненаправленная? А, лечение. Давай. Ладно, давай. О, господи, что это за летающие фигни? Качай второй скилл, это стан. Ага. Можешь прочитать скиллы свои сейчас. Ну вот, мне на WE понравилось. Покупай варды. Варды, купи желтенькие такие. Что такое варды? Так, слушай, уже начало как бы. Факты на мид. Что такое варды? Так, интересно. Я тогда на мид. Боже. Знаешь, что сделай? Окей, мэн. Что сделать? Выключи у него микрофон. Как мне это сделать? Открой там, где стрелочка в правом и левом углу, список, там, где выбираешь билд и список. Ага. Следующая опция. Все, я открыл. Нашел, и все. Микрофончик. Понял? Теперь мы будем знать, как отключать неведомых людей. Вот, кстати, да, это полезно очень. А то там мамку ебал. Слушай, хватит стоять, уже игра идет, ты понимаешь, что... Да подожди ты, я это... Ладно, не покупай варды, покупай начальные предметы, которые тебе советуют, и все. И бегом на линию. Ладно, ладно. Почему? Пак пошел не в мид. Ты идешь на топ. Киша. Это наверх. Я, ладно, на топ пойду. Киша, ты где? Я по тебе соскучился. Я в лесу. Кто? Не до дракон у меня. Ну и не могу быть так далеко от тебя, слышишь? Я уже скучаю. Подожди, подожди, у нас тут. У нас тут... Так, а что это за перс? Ну, как мне он надо... так подставился? Сейчас Пак умрет. Уходи, уходи. Простите. Блин, жесть какая-то. Так, у нас хоть нормальная команда вообще? Воу. Что за... Блин, что это было? Убегаю. Блин. Your top tower is under attack. У меня есть какая-то автоматическая способность. Ладно, разберемся. Ребят, вторая игра в доту. Так что... Не ругайтесь. Ой, я промазал. Черт, черт, черт. Меня сейчас убьют! Киша! Нет. Где ты? Слушай, нам надо было брать, короче, пойти что ли к тебе постоять на линию. Эх, ты меня бросила, я тир один. Даже ты меня изменила. Да я пошла, там замес такой был, у меня какого-то черта немного залагало. Your top tower is under attack. И круто, ты да? Ты просто прокачаю. А, ты прокачал третий скилл. Ну вот, юзай третий скилл по КД. Он же маны не требует. КД это что такое? Кулдаун. Да ё-моё, опять умираю. Я тебя прошу. Зачем ты влазишь на них туда? 5 хп, прикинь. Я выжил. Ты не вылази, ты вот под вышкой стой. Подходят крипы, добивай их.
Так мне надо просто добивать крипов и все. Ну а что ты хотел делать? Мы 0-3 уже проигрываем, блин. А! Тут откуда он вылез? Ну вообще-то Фурион может перемещаться по карте. Падла. Жопочники. Не нравится мне в натопе. Я хочу. Где ты? Где ты? Я, если честно, вообще не понимаю, какого черта Пак пошел в легкую. Your middle tower is under attack. Вообще какой-то бред, короче. Снова мы проиграем, блин. Your middle tower is under attack. Ладно, все нормально. С чем ты? Тихо. Тихо. Dyer's courier has been killed. Я потихонечку продвигаюсь. А, ты, вот. Главное, не нервничай. Да, вот я... Возьми, взял бы, заюзал бы лед в него. Это стан. Спасибо. Это... Я постараюсь. Потом бы третий скилл. Собирай аркан бутсы. Это синий сапог. Это тебе нужно нафармить 1000 и в тайной лавке, вот которая рядом с тобой. Что? В этой лавке купить синенькую такую штучку кругленькую. Я поменял себе это. Как вот эта штучка называется, которую ты говорила, типа в лавке изменять закупаемые предметы? Да не надо, ее не трогай. Там у Джекира стандартные, как бы нормальные стандарты. Крипмечник, что за хрень? Бак. Ты можешь хотя бы стоять возле крипов, чтобы хотя бы ты опыт получал, если ты не добиваешь. Стараюсь, стараюсь. А, норм так. Пробежал. Я, блин, второй раз играю, не ругайся, пожалуйста. Ага, заморозил, сучку. А, я умираю, Киша. Блин, ну, слушайте. Не нравится мне этот персонаж. Ты понимаешь, я качаюсь в лесу, потому что мне нужно будет жрать крипов. А я умираю. Ты говорила купить мне какой-то сапог. Да. 1000 я сказала тебе нафармить. Ты не нафармил еще 1000, поэтому сапог обламывается. Хорошо, хорошо. Мы это исправим. Какой хрен он вражеский. Your top tower is under attack. Ты сейчас пойдешь, опять умрешь. Может, не надо. Слушай, ну я не знаю, ну что. Что за лаги какие-то? Ладно, короче, я иду к тебе. Your top tower has fallen. Да, вот иди ко мне. Просто я даже 6-й левел еще. Знаете, сука. Морожу там. Ай! Меня поймали опять в эти деревья! Суки! Зачем ты к ним подходишь так близко? А он сам подходит. Сейчас будут меня обижать, типа я не умею играть. Я рак. Почти не стил. Эх. Вот ты пришла. Вот когда ты со мной рядом, я лучше играю. У тебя такой классный хвостик, слышишь? Ну-ка, ну-ка, поиграем. Пожалуйста, не подставляйся только. Ты... Ты меня прикрываешь сзади, я ты помню. Ты главное, давай стан, второй скилл юзай. И остальные там, которые ты прокачал, там неважно. А я есть... иногда и... качаю третий макс или первый, смотря как третий, просто понимаешь, тавера можно им сносить. Юзай на тавер, вот третий скилл. Юзай, юзай. Третий скилл, вот. Отходи.
Подожди, Стан может заюзать это тело. У него ульта, кстати, очень опасная. Кого? А вон СК стоит, смотри. Скорпиончик там. Ой, давай, 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 добивай, добивай. Все, молодец. Я не успел. Отходи. Юзай по КД. Вот юзай. Третий скилл на башню. Пожалуйста. Стараюсь. Вот. Я сапог куплю, потому что У меня тоже 1000, я могу купить. Вот покупай здесь вот голубую штучку, открывай тут у мужика лавку и голубую. Внизу самым, видишь? Energy. Energy. Купил? Energy Buster? Да. Бустер. Купил. Вот. И по КД давай нам ману, только надо близко подходить. Постараюсь. Только не ругайся, пожалуйста. И второй раз. И, вот дай Миране маны, подойди к ней. И юзни этот сапог. Вот. О, видишь, какой молодец. А ты правильно говоришь. Я буду лучшим игроком в Dota 2. Вот увидишь. Даже тебя обгоню. Так я не сомневаюсь. Типа, главное... ученик должен превзойти своего учителя. Это закон природы. А что здесь произошло? Что? Что это за птиц какой-то странный? Это я приручила. Нам же нужно пушить. Ты по КД, чё ты не подходишь на башню? Заюзай сейчас опять. Третий скилл. Хорошо. Мы должны ее добить. И бей ее просто. Бей, бей. А, все. Мы молодцы, пошли. Идем мид. Теперь идем центр. Окей. Нам нужно забрать теперь там тавер. Иди с нами только, а то сейчас опять тебя как занесет. Иду я, иду. Ай, тут чувак за мной гонится, помоги, вот. Тише. Иди ты в жопу. Да. Ко мне, подбегай ко мне. Ко мне, у меня хил включен. Убегай куда-нибудь. Да и куда я убегу? Не везде. Еще ржет с меня. Давай, 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 давай. Почему ты говорила, что выберешь, где подожди, можно... Подожди, тут замес такой идет. Ладно, ладно. Все. Ты говорила, выберешь, где можно одного из трех выбирать, а тут нельзя было выбрать. Нет, ты сказала, где одного из трех, я говорю нет. А почему ты так сделала? Что ты? Ничего, тебе просто не угодишь. Да вечно мне не угодишь. Сказал алпик, я сделал алпик. Куда ты бежишь? На базу. Зачем? Отрегенить ману. Какая разница? Выбрал бы ты из трех, было бы то же самое абсолютно с любым героем, которого бы ты выбрал, понимаешь? Окей, окей, ладно, это я просто капризничаю. Сейчас я начну нормально играть. Вот увидишь. Ага, достал. Ману только давай. Ну чё ты не юзаешь? Ну дай ВД. Кому мануть? Вот ты же видишь, полосочка синенькая у него маленькая. Подходишь и даёшь маны. Всё, дал. Я ему ману даю, а он мне ничего не дает. Давай, давай, на него третий скип. Правильно, всё, отлично. Ой, а мне, наверное, помощь дали. Ой, давай, подбегай ко мне, я тебя похилю. Подбегай. Я убегаю. Не, близко ко мне прям, вот. Видишь? Я не вижу, где ты тут. Да я тут, ну куда ты убегаешь? Я же тебя хилю. У меня всё. Очень маленькое расстояние. Все, все, все. О, мне открылось это, как это, что-то называется. Ульта. Маны дашь потом. Окей, окей. Так, подожди. Просто сейчас опять. Вот это шейкер, кстати, который этой колбасой кидается. Ой, кстати, уходим, уходим, уходим. Да. А, ты попалась. Уходим, блин. Где я? Я не могу себя найти. Ладно, вот бей. Лед, лед. Туда. Нет, лед. Что-нибудь, уберите его, пожалуйста. Я стараюсь, я умираю. Давай, кого-нибудь бей. Меня убили. Боже, что? Слышь, я там и ульту сделал, слышь. Какого черта я развернулась? Скажи мне, пожалуйста, блин. Такой, слышь, блин.
У меня 0.6 стат. Я... Подожди, ты ульту прокачал? О. А, ну все, ты ее юзал. Окей, нормально все. Что мне вообще делать? У меня 900 золота. Посоветуй что-нибудь купить. Купи, пожалуйста, варды. Вот купи такие желтенькие, желтенькие, синенькие штучки. Они стоят по 50 голды внизу самом, где... Как, блин, тебе еще объяснить? Там написано... Observer Ward. Ой. Опсы называется. Или Sentry Ward. Ну, мне нужны опсы. Все. Все, нашел? Нашел? Ну, быстрее, да. Блин, ну время, ты купил. Такой долгий. Купил? Купил? Да. Выкинь теперь из рюкзака. Да. Выкинул? Все, все, отлично, я пойду поставлю. Спасибо. Маны дашь, когда приедешь на мид? Она меня еще и использует, посмотрите на меня. Ой, что я нажал? Я нажал какой-то сапог. Да зачем он отходит, боже, я же его хилю. Так, я телепорт сейчас заюзаю. Я на мид. Я немножко просто иногда теряюсь, я не понимаю, где я, а где кто. Вот в чем все дело. Да убейте кто-нибудь его. Я косой. Но я неплохо так чела покоцал. Кого убить? Кого убить? Шейкер? А нет, он что-то это... Нет, я была не права! Я умираю! Киша! Второй, за юзой. Кишенька, помоги. Просто, ты когда убегаешь... Вот идите ко мне, я похилю. Ты когда... Да куда вы отходите? Боже, я же хилю. Пак, видимо, решил, что ему не нужен хил. Ну ладно. Нате, я вам манки дам. А чё Пак ушел? Ты мне скажи. Опа, вот этого нужно цеплять. Он не любит тебя. А, я пойду варды поставлю. Попал? Попал? Нет. Нам, кстати, эту башню нужно забирать. Давай там третьим скиллом. Стараюсь. Делают. Ай. Блин, за denial. Задолбали. Как так? Иллюзия. Ой. Я тупо летаю и что-то делаю. Куда ты поскакала? Пошли на бот. Ты видишь, что спушено в нашу сторону? Нам нужно спушить. А, хотя они мид хотят забрать. Так что? Нет, пошли назад. Нам нужно не отдавать мид. Нам нужно их убить. Ну блин, они из-за мест начали без нас. Ах, ироды окаянные. Сейчас я им покажу. Пипец вообще, молодцы просто. Я хотя бы одного убить. Ну, дайте мне убить того. Ух, отходи! И отходи! Да, была. Мана кончилась. Есть мана? А я ульту сделал и умер. Мана есть? Да я умер! Добивай! Я твоих убил, слышь? Вот, добивай. Все, отлично. Я не понял, что я сделал. Что происходит? У меня мана закончилась. Ой, ладно, все, короче. Надо аганин собрать. Вообще, почему я рычит не начала собирать? Не знаю. У меня 1.77 стат. Зато 7 помощи, слышишь? Нормально, как какой-то такой бред происходит порой. Такие какие-то замесы чуть-чуть меня пугают. Куда пойдем? На мид или вниз? Нет, нужно на бот все-таки. Нам нужно забрать... Бот это низ. Т1 тавер. Да, на низ. Ну, пойдем, чё. А, у меня бабла дофига, слышишь? Я варды там... Чё мне купить? Подожди. Меку. Меку. По-русски. Меку... Механизм, что ли? Да. Вот, по частям покупай, там 3 части. Слушай, они опять на меду все, ты посмотри. Хорошо. На них. Они, походу, они вот хотят забрать мид, и все, нам надо опять идти на мид. Вот, все, активируем. Короче, ладно. Куда все, идем? На мид. Видишь, они опять хотят. Бегу. Лечу, точнее. Подожди, я приручить как-то надо.
Сейчас Рязан разрулит, смотри. Бедный. Ой. Или не разрулит. Привет. Как дела? Надо, чтобы ты лед дал. Пошли, пошли, дам я тебе, да. Так подожди, они, видишь, разошлись. Убили ВД, но он тоже подставился, конечно, да. Видя, что нас рядом нет, зачем он стоял? И чего он ждал? Тихо-тихо, колбаса! А я там что-то сделал? Ты ультанул просто так, можно так сказать. Ну, простите меня. The enemy's bottom tower has fallen. Ты понимаешь, что нам нужно пушить, потому что против нас играет Фурион, это пушер. Очень хороший. Я не понимаю, что такое пушить. Это сносить ТВРА. Ага. Ну. Теперь понимаю. Давить. У меня почти аганим. А что там Пак делает? Подожди. Я чё-то не пойму, а чё там Пак делает? Скажи мне, пожалуйста, какого чёрта он попёрся туда один? А я чё на один на миде бегаю? Не, я просто в шоке, если честно. Пошёл, просто так умер. Отлично. Вообще суперская игра, на самом деле. Кстати, инвизибилити. Мы тут прорываемся на миде. Нам нужно бежать сюда. Куда? На... А, нет, я думала, они на Рошу. Ай, заключила. Да блин, ну что ж... Ай, мне заключила игра, нечестно. Вот, когда по одному начинают отдаваться тиммейты, это самое страшное, что может быть, если честно. А чего вы меня бросили? Да что значит бросили? Ты сам пошел. Ты понимаешь, что тут надо каждому человеку держаться как-то, стараться. Или хотя бы под тавером стоять. Потому что сюда враги больше всего, ну, как бы, боятся ходить, это под тавер. А ты, конечно, зашел на ихнюю территорию и думаешь, что тебя не убьют. Конечно, убьют. Но нужно сейчас собраться и подраться хорошо. Сейчас подеремся. Так, давай. Все, я купил активируемую рестор. Она активированная, да? Так, ну я иду к вам. Ждите меня. Тут уже начался замес. Иду, бегу, лечу. Подождите, подождите. Блин, у вас тут весело. Ой, Киша, Киша, гляньте, мочит всех. Все, я рядом. Здорово. Ах, промазал. Да блин. Иди ко мне, Тимана, да. Ой, пипец, просто ушел. Ладно, давайте хотя бы пушить. Пуш тавер, третью способность. Your bottom tower is under attack. Давай быстрее. Чего? Да, это я себе там. Все, башню сейчас мы вынесем. И уходим сразу, разворачиваемся, уходим. Все, уходим, уходим. Почему? Я так орать начинаю уже периодически. Да нормально, нормально. Эй, как... Я нервничаю. Скачешь, как горная козочка, посмотрите. Я есть. Не зря же коза называют меня. Кто тебя называет козой? Ну, в доте вообще. Инча это коза. А, я думал по жизни. Я уже думал, кого там начать бить. Мана. Да давай, давай, ману, ты не забывай, вот это очень важно. Ну и забываю иногда уже. А мне аганим летит. Слушай, ну эти мудаки, смотри, что они делают. Нам что нужно идти срочно дефать. Что такое дефать? Защищать, деф. А, все понятно. Куда Пак пошел? Дефенд, так и говори. Боже, куда Пак пошел? Ну что за жесть происходит?
Вот почему непонятно, у нас пушится миг. Эй, почему? Где ульта? Да, сука! Ай, черт! Ну, давай! Я умираю! Умираю! А, 20 хп! Кушай, кушай там дерево, не знаю. Жесть! А давайте это, Фурион опять уходит. Был бы с нами Пак, мы бы всех сейчас убили. Я не понимаю, почему он пошел пушить, когда видел, что нам пушат мид. Вообще не понимаю. Ну ладно. Иди ко мне, эти дома. Спасибо, что кто там, этот ВД, да, заюзал ману, короче, не возле меня. Спасибо, что я чуть не умер, там, не знаю чего. Вообще, там, что вообще происходило, я не понял. Знаешь... Вот реально надо было, короче, арчить собирать все-таки первым итом у меня. Я не знаю, вот нафига мне этот нужен был аганим сразу. Вообще не понимаю. Ладно, не расстраивайся. У меня 1200, кстати, золота. Что не купить? Как думаешь? А, мы же спушили. Че мы идем? Идем на топ. Пошли. Как мана будет, дашь мне, хорошо? Я как раз вард поставлю. Учись ставить варды в лес вот сюда. Вард, он тоже очень. Так, я надеюсь. Пойдем, пойдем. Блин, у меня просто маны мало очень. Сейчас будет 6 секунд. 5, 4, 3. Давай. Давайте, 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 набейте этого. Ну! Кого бить? А, вот он. Черт, не догнали. Да я вообще теряюсь, подожди. Да я не тебе, ты бы его не догнал. Ой, что я сделал? Простите, случайно. Блин, у меня так мало маны, вот это вот хилить всех, вот я это... Пипец просто. Так сделай больше маны. Когда кого-нибудь похилю, все, у меня маны ноль сразу. Вон она, бежит, бежит, бежит. Динаять катапульту перед пушем. Понятно. Вопросов нет. Так, а мы прорываемся, слышь? Нет. Нам нужно отойти. Нет, мы сейчас подставимся, я тебе говорю. Отходим. На Тиману. Угу, спасибо. Нам нужно их, чтобы они вышли и подраться не на ХГ, а вот здесь с ними, понимаешь? Потому что на ХГ тяжело драться нам будет. Угу. Забываю про Мидас. Ну что, надо их ждать. Пусть они выйдут. Становление вот, здоровья. Идет. Кстати, да, ты только не забудь, когда мало ХП у нас будет, Меку заюзать. Я понял. Тихо, отходи, отходи. Наж... Блин, лед. Можешь кинуть лед как-то? Назад. Разворачивайся, лед. Ай, не попал. Все, уходи, уходи. Юзер. Ай! Я застрял. Я застрял. Сука, я умер. Блин, какая тупая драка вообще. Так, у меня 1300. Что купить? Какой бред. Я не знаю, почему все встали. Я не знаю, почему тебя все бросили, как бы. Они же видели, я специально поставила вард, чтобы было видно, когда враги будут идти. А я вообще без понятия. Пак, от которого очень много зависит. Вот я не знаю, пак тупо ходит. Как думаешь, колечко купить? Ой, ты взял, в принципе, нормальные итемы. Бери брасера, короче, на ХП там. Ну, это... Как они называются? В улучшениях, просто. А, забей, так и называется. Я что-то купил. Так, вот он. Они, кстати, на Роше. Ты понимаешь, что Пак, вот этот, который ходит, пушит? Что? Пипец. Не, назад. Назад, назад, назад. Там подставился ВД опять. Вообще жесть.
подставился. Смотри. А этот прорывается, слышишь? Смотри, Пак подставился. Как еще? Я в шоке вообще. Что? Почему нельзя было просто уйти? Вот, вот чего же люди? Короче, пошли на бот. Это на низ. Бот. Бот. Ботом. Они тут прорываются, слышь. Где я? Хотя. Сейчас я к вам приду. Все, иду я. Your top tower is under attack. Так, ты внизу или нет? Иди сюда. А, куда сюда? Ладно, уже не надо. Я уже вот рядом с вами. Привет. Странно, что он здесь был один. Я специально не повешала на него арчит, потому что думала, что сейчас будет какой-нибудь шейкер там или Абадон. А оказалось, что он здесь один тоже, видишь, отдался просто так. Молодец какой. А, Ману, Ману. Давай, давай. Ману, 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 да. Куда ты идешь? Ману, дай. Все. Такой развернулся, пошел куда-то. Вот идет. Опа, опа, отходим. Отходи, отходи. Ухожу. Сейчас придет шейкер, будет колбасой кидаться и всяким прочим. Нам нужно как-то их чуть-чуть... Вот, уходи, уходи, ой, сейчас арчит. Бьем, 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 бьем. Давай. Горите, сучки. Метку, метку юзай. Подожди, блядь. Почему ты не заюзал? Да я запутался. Я запутался в кнопках, понимаешь? Давай! Где у вас там залез? Вот. Манать ты даешь! Да, блин, такая жесть, я вообще вблизи их убиваю, потому что нет времени. Ну, у меня же урон зависит от расстояния, понимаешь? И приходится их уже лоб в лоб бить. Ой, это так смешно. Смешно это, как я умираю. Нормально, слушай. Да что ты меку не заюзал, ты мне скажи. Да я запутался в кнопках. Да ты просто на нее в рюкзаке можешь. У меня 1900 золота. Понял? Чё, тебе не просто в рюкзаке на нее нажимай и все. ТП куплю себе. Ну, к вам полечу. Сейчас у вас буду рядом. У меня такой хил, на самом деле, у ничьи вообще да, жесть. Только надо стоять три часа ждать. Три часа. Пока. Давай иди к нам. Да иду, я иду. Ой, надо куда-нибудь. Что-то вы без меня никак не можете ничего сделать, да? Ой, у вас тут весело, походу. О! Красота! Так, я убил хоть кого-нибудь, нет? Слушай, а есть что? Я убил кого-то, слышь? Где вообще? Да я рядом. Привет. Меку юзни хотя бы один раз в жизни. Юзай меку. На в рюкзаке нажимай на нее. Наконец-то. Ура! Я путаюсь в кнопках, мне нужно разобраться еще. Второй раз играю. Нормально, нормально, нормально. Некоторые еще хуже начинали, а потом сейчас... Там, да, тысяч... я ничего не говорю, ты что, я не наезжаю на тебя. Тысяч... Да это я так, которым буду смотреть, будут там въеживаться. Да забей. Ты же сам понимаешь. Да, я понимаю. Конечно, хуже. Главное же сказать, понимаешь? Потом я таким же стану, там 1000 часов будет в доте, буду там тоже наезжать на всех. Да ладно, пофиг, я даже через ульту
Я башню уничтожу. Давай, юзай. Горите! Горите в аду! Киша! Кишечка моя! А! А, я потерялся! Где я? Иска! Блин, нету этого! Вот, Арчи, чтобы ничего не слогся, нормально. Я не знаю, куда мне нажимать. О, давай вот это вон базу. Я всех замораживаю. Все, молодец, правильно. Да я хоть и не знаю, что я делаю. Я все правильно делаю? Да, главное кидать. Ты кидаешь лед, льду. Юзай сапог. Подожди. А, у тебя это. Нормально все. Что там он делает? А, он хочет этого убить. Да уже всем пофиг, на самом деле, все уже юзают так. Я вон в Абадона, ульта у него включилась, а я пофиг, ай, стреляю. Он же отхиливается от урона, Абадон, когда ульта активна. Как бы, да уже все равно, понятно, что мы выиграли. Тут все расслабляются, вон. ВД просто так ульту потратил на фонтане. Я не расслабляюсь. Я хочу убить кого-нибудь. Мы все равно умрем. Где крипы? У меня ж медас. Черт. Чё-то нет крипов. А есть мана? Нет. Ты заюзай меку, похитился. О, я хоть под конец не умирал. Рапиру, что ли, взять? Не успела опять припасть. А вон крипы. Бабло зарабатываю. Я пошла рапиру возьму. Я тауры поуничтожаю, можно? Хотя нет, понял. О. Только смотри, меня сейчас защищай. Мне умирать Ай! Нельзя. Я где? Я убегаю. Так. Юзай там хили. А вот. Я успел. Ой! Кто это? Куда ты уделась? Блин, опять не я его убил. Киша! Это был мой реальный шанс кого-то убить. Enemy's middle tower has fallen. Ты же уже качаться нечего. Ну что, мы выиграли, да? Может, тауэр не уничтожать? Пойду их побью. Собак этих. Какого хрена я в конце умер? Бляха, муха. Все. Ура, мы выиграли. И 11 раз помер, при 11. Такие моменты были вообще, я тебе говорю, просто жесть вообще. Зато там у меня много помощи, смотри. В начале тупость, там, ой, против нас пати играла. Да. Ты понял, вот этот, который без аватарки, это в их не пати, это, кажется, просто ак левый. А что, мне понравилось, слышишь? Так, ты 11-18. Ну, не, ну ты. Я закрыл случайно это окошко, как мы играли, стат или что там было. Ай, ну да ладно. Че, мне понравилось? Как вообще? Как я сыграл? Ну молодец, ты хотя бы понял, что должен делать Жакира. Перс мне этот, блин, ну как тебе объяснить? Ну не очень понравился за него играть. За Блудсикера мне больше понравилось. Ну, за Блудсикера ты меньше гилов сделал. Что сделал? За Блудсикера ты меньше гилов сделал. Там, насколько у меня было, 2, да? За этого 3. Да. Зато помощи 18.
как я вам помогал там. Вы у меня, блин, крысили фраги. Ты у меня даже один закрысил, я помню, там, блин, я мог его убить. А ты, блин, прибежала и ударила его. Ну ладно, я на тебя не обижаюсь. Что, я думаю, пора уже заканчивать, да? Да. Спасибо, что посмотрели, ставьте лайки, подписывайтесь. Не надо обсирать доту, если вам она не нравится. Я прав? Конечно. Смысл вообще это делать? Не надо писать, типа, вот, Рязан, ты мне был как брат. Ну, начал играть доту, я не буду смотреть тебя. Или, типа, когда будет DayZ? Вот. Я сомневаюсь, что что-то изменится после твоих слов. Да, мне кажется, еще хуже станет, на самом деле. Ну ладно, нормально все. Ребят, вы видите, что я еще не стал задротом доты, поэтому в DayZ, по крайней мере, еще будет. Ты так не говори, будет по-любому. Да, даже да, это он станет задротом доты. Я ж прикалываюсь, чё вы. Да я не стану, я, наверное. Ребят, если вам станет легче, я обязательно попрошу. Даже если ты не захочешь, я тебя заставлю играть в DayZ. Вот так вот, чтобы просто потом, я не знаю... Ну, не ладно. Сожгли и приехали мой дом, потому что из-за меня ты перестал, ага, снимать DayZ и все в этом роде. Понимаешь? Ну, хорошо, ладно. Я чтобы с тобой все было хорошо и вообще... Ты меня попросишь, я что угодно сделаю. Ну, даже так. Да, даже запишу DayZ. Хорошо. Так, нет, надо еще последнее. Кстати, на вопросы мы так и не ответили, но мы ответим давай в третьей части тогда уж. Да? Ну да, потому что я даже не знаю, какие вопросы. Я тоже, я еще не читал. Под первым выпуском задавали вопросы. Мы будем отвечать на вопросы из первого выпуска, из комментариев, и из комментариев со второго. В общем, уделим там минуточку, пару минуточек. И совет. Станьте немножко добрее хотя бы на момент просмотра видео по доте. Я что-то такое нереальное сейчас сказала. Ну да ладно, забей. Это невозможно. А чё, вот я не понимаю, почему, кстати, доту так обсирают. Я знаю гораздо хуже игры. Ну, вот. Я. Гораздо хуже есть игры, в них больше людей, ну не больше, может, но много тоже играют и меньше обсирают. Типа, так. Так, ну все, в принципе, мы тут подытожили уже почти. Я сейчас договорю, про вопросы уже мы сказали. Осталось только в старом стиле попрощаться. Подписывайтесь на канал, но если вы не подпишетесь... Ну-ка, скажи что-нибудь, Киша, такое что-нибудь злостное. От меня что-то злостное? Ага. Ну я бы... Нет, я такое не буду говорить. Почему? Я хотела кое-что... Рамки Ютуба не позволяют. Да, вот ты же мне... Ладно, нас смотрят дети, ладно. А можно вот так вот? Блин, ты, наверное, на меня обидишься, не буду я говорить все-таки. Или не обидишься? Ну, от меня, понимаешь, какие-то наказания будут звучать чуть-чуть... В каком? Да Киша придет и вас накажет, знаешь, ага, это... Ага, придет она. В костюме Queen of Pain. Слышишь? Приди ко мне, пожалуйста, я как раз тут пока жду тебя. Я подготовлюсь. Так, подожди, давай это за кадром обсудим наши... Хорошо, хорошо, обсудим. Отношения. Все, Лена, всем спасибо. Они теперь задолбаются этими отношениями. Всем счастливо. Да. Всем добра. Любите друг друга. Любите доту. Да, любите доту.